Ребят, всем привет! Это снова я в новой шапочке из обрезков трикотажа, удобной шапочки, тонкие для работы. В общем, многие спрашивают, что ты там стол не делаешь, куда ты пропала, ничего ты там не мастеришь, не делаешь. Сейчас я вам покажу, почему у меня было такое временное затишье. И сегодня, наверное, приступлю я. А не занималась я столом, потому что у нас тут шло строительство нашей веранды. Черновой вариант. Вчера поставили окна. Все тут выгребало, пылесосило, как могла. Смотрите, какая верандочка. Она же мастерская. Я уже стол сюда приперла. И все свои прибамбасики. В общем, веранда 3 почти на 9 метров, на 8 с чем-то. Установили мы в ней вот такие окна. В одно стекло в целях экономии денежных средств. Сделали, вот смотрите, одна рама открывается, вторая глухая. Одна открывается. В общем, здесь 7 окон. Это вот стена. Там за стеной находится моя комната, швейная мастерская. Ну, а здесь моя будет столярная, наверное, мастерская. Вот. То есть крыши еще нет. Все это черновое, не штукатуренное. Стена в один кирпич. Поэтому веранда будет холодной. Пол черновой, доска. Я уже сюда натаскала всяких нужных мне вещичек. Стульчики поставила. Вот кошачья когтеточка, домик, сушилка для одежды. Постелила сюда временно вот старый ковер, чтобы ходить, не топтать пол, дерево не мазать. Это у меня дихлофос мухмарю. Вот еще одно окно. Вот такая вот площадь огромная. Я зову эту веранду балкон. Двери еще нет, заказали. Не знаю, не через 10, через, не знаю, через 2 недели будет готова дверь. Давайте пройдем, посмотрим, как выглядит с улицы. Я так устала, мне так надоел этот бардак, честно говоря. Видите, вон там рабочие сломали сетку, потому что здесь делали. Я там тряпками закрыла. Индюшат у меня гуляет по моей клумбе. Вот посмотрите, что здесь творится. Ой, в общем, я уже обессилила. Мне уже так все надоело. Крыльцо не буду показывать с той стороны, потому что там окон еще нет. Заказали металл, вот крышу будут на следующей неделе делать. Вот такая верандочка. Крыша у нас у дома шиферная. Также денег нет на большую, на нормальную крышу. Ну вот. Так что все, наверное, столярные работы будут проводиться у меня временно в этой мастерской. Ну вот мои малыши. Ребята, мама пришла. Мама пришла. Мама пришла, и они прибежали. Боюсь их курам пускать. Пусть все равно тут все уже засрано, затоптано, все мои цветы. Пусть уж по-человечески здесь поживут. Подсолнухи, кстати, выросли. Знаете, как я сюда вытаскивала куриную подстилку. Вот, в ней были семечки. Я не стала их дергать. Смотрите, подсолнушки растут. Господа мои кошки сразу оккупировали эту веранду. Она им очень нравится. Тут они кушают. Ну что, начинаю чистить стол. Устала, даже язык не ворочится. Хороша всем на диван, так горда и красива.